Депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан Атемыр Кырыкбаев и Нурсултан Байтилесов посетили районы и города Туркестанской области, встретились с населением и обсудили ход исполнения предвыборной программы. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды принял мажилисменов и обменялся с ними мнениями по развитию региона. Глава региона доложил о работе по развитию области, об открытии производств, улучшении инфраструктуры сел, обеспечении питьевой водой и газом, строительстве школ и социальных объектов, мерах по повышению инвестиционного потенциала Туркестана. Не остался без внимания вопрос увеличения объемов местного бюджета и доходов. Также были затронуты проблемы с поливной водой. Депутаты высказались по вопросам, озвученным населением в ходе посещения городов и населенных пунктов. Они отметили, что в регионе планомерно реализуется предвыборная программа, и отношение к ней жителей позитивное. Вместе с тем, отметив высокий интерес со стороны депутатов и общественности, к законопроекту об особом статусе города Туркестана народные избранники подчеркнули, что активно работают над этим важным документом.